Сегодня 3 мая, 124 день года в григорианском календаре. До конца года остается 242 дня. Сегодня отмечается Всемирный день свободы печати. В этот день, в 1680 году, родился молдавский господарь Николай Маврокордат. В 1902 году в США была создана компания Pepsi. В 1904 году американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку. В этот день отмечается день рождения спама. 3 мая 1469 года родился Никола Макиавелли, итальянский философ и политик эпохи Возрождения. Сегодня именины отмечают Александр, Николай, Федор и Григорий.